Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на камеру наблюдения. Причем не просто наблюдение, а видеонаблюдение с облачными технологиями и многими другими моментами, которые наверняка вам придутся по душе. Причем вы можете ее разместить в любом месте без необходимости постоянно подпитывать от сети. Вам интересно? Давайте вместе разбираться, как это все работает. Модель камеры у нас iMILAB EC2, это Wireless Home Security камера. И прежде чем я продолжу, ссылка с актуальной ценой в описании, проверенный продавец, все как полагается, и конечно же там вы найдете бонус в виде промокода с хорошей скидкой. Сейчас можно затариться этой камерой просто по невероятно низкой цене и другими камерами в том числе. Ссылки в описании, прикрепленном комментарии. Обязательно не упустите этот момент, переходите, чекайте и конечно же закупайтесь. В комплекте у нас находится сама камера, хаб, для того, чтобы мы могли подключиться и, например, получить запись на ту же microSD-карту памяти. Сзади есть соответствующий слот. Для него, для хаба, есть адаптер питания и, конечно же, достаточно длинный microUSB кабель. Ну и параллельно с этим нужно понимать, что у нас есть и сама камера, которая аналогично подключается сюда по беспроводу. Вы можете ее разместить в нужном месте, хаб разместить где-то в укромном месте, и таким образом у вас никаких лишних проводов. Это является одним из серьезных показателей таких плюсовых у данной камеры. Ну и конечно же, она крайне компактная, вы легко ее сможете разместить на стене. Есть как липучка, например, для размещения дома, так и полноценное крепление через дюбеля, например, для уличного размещения. Никто здесь не забыл про защиту, естественно. Здесь предусмотрено IP66, причем у нас здесь защита получается от пыли и от воды, но благо IP66 это действительно приличный показатель. При этом у нас есть защита от разрыва соединения, например, при ветре. Это тоже немаловажно, особенно когда мы говорим про беспроводное решение. Ну и, конечно, вы получаете облачное хранилище, все эти моменты через мобильное приложение и синхронизацию, соответственно, с картинкой в том числе. Устанавливаем приложение к себе на смартфон, работает все через Midia, это вот такое решение от Xiaomi, достаточно популярное, умный дом, все дела. Ну и, конечно же, ночная съемка здесь в этом плане тоже присутствует. Подключается все максимально просто, здесь особо можете не бояться, настроите, занимает это буквально пару-тройку минут и далее можно просто наслаждаться и пользоваться. Есть ли распознавание объектов в кадре? Конечно, есть. До 10 метров, соответственно, у нас все распознается. И в ночное время суток в том числе. Будет очень актуально, если вы разместите, например, в частном доме с внешней стороны, то есть на улице, либо, например, в квартире внутри дома. Кто-то, какой-то непрошенный гость к вам пришел домой, а вы получили уведомление на смартфон. И таким образом вы сможете вовремя среагировать. Ну и параллельно с этим будет бэкап записи в облако и на microSD-карточку памяти. Причем распознавание, система распознавания у нас здесь достаточно умная, она понимает, что зашел человек, именно на собаку-кошку реагировать не будет, что крайне приятно. По итогам могу сказать, что камера мне однозначно понравилась. Она небольшая, удобная, достаточно стильная, хорошо сделана с точки зрения материалов, ну и, конечно же, отличное качество картинки. Здесь отлично работает момент отслеживания перемещения перед камерой, то есть если вдруг кто-то придет к вам домой, когда вас нет, придет уведомление, и это реально круто работает. Так что, если вы искали себе камеру для домашнего видеонаблюдения, то эта камера будет вас однозначно радовать. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ссылочки будут в описании, прикрепленном комментарии. Я же с вами не прощаюсь. Большие пальцы вверх ставим. Подписываемся на канал. Внизу есть красная кнопочка. Она обязательно должна стать серой. Жмакаем на колокольчик 2 раза. Ну и естественно, что правильно. Пишите ваше мнение там внизу в комментариях. Я все читаю, на все отвечаю. Несколько доп. Роликов тут. Так что, возможно, увидимся уже через несколько секунд, если нажмете на один из них.